Отключение газоснабжения в городе Балаково было 3 случая. Все 3 случая аварийные. На текущий момент с 5 часов 36 минут 16 числа отключено газоснабжение в домах по улице Академика Жук 20-20А. Всего 32 абонента. Причина отключения – повреждение газопровода низкого давления упавшим с крыши дома снега. В 14.00 17 числа сварочные работы на газопроводе были завершены. Но 20 числа при обследовании газопровода было обнаружено повреждение на кране ввода. 21, то бишь сегодня, будут проводиться ремонтно-восстановительные работы совместно с управляющей компанией ЖЭК-3. На сегодняшний момент на крыше 20 дома был лед, и замену крана было невозможно произвести. Сейчас, значит, минут прям 20 назад докладывала управляющая компания, что лед с крыши снят, то есть работать можно. Бригада сейчас выехала, и будет замена произведена шарового крана и подача газа. И у нас 19 числа, конечно же, был большой праздник, но тем не менее самые благоприятные были условия для того, чтобы спокойно снять с крыши, а это скатные крыши, снять был снег и предоставить людям газ. Ну, во всяком случае, те, у кого есть на то возможность. Фактически мы на выходные оставили наших жителей без горячей воды и без приготовления пищи. Благо, что, конечно, с ними были проведены все встречи, но, тем не менее, люди, 32 квартиры у нас были без газа. Ну, как бы это не есть правильно. Лед угрожал жизни и здоровью. Да вот теперь была в субботу. Спокойно можно было ее убрать, это не сейчас при 10 градусах мороза. Спокойно можно было убрать ее, и это затраты были бы намного меньше, и ваши, и управляющей компании. Давайте как-то договариваться, все-таки это оперативно действовать. Понятно, там вроде как небольшое количество квартир, но им надо как-то жить. Тем более для этого нет никаких особых осложнений. Даже погодные условия были на вашей стороне. Павел Степанович, я прошу такие вещи тоже брать на особый контроль и совместно с газовиками организовывать такую работу, чтобы она была проведена оперативно. Спасибо. Давайте сегодня на вечер тогда доложите, как идет подключение, замена крана и подключение жителей. Договора заключать мы предлагаем, потому что без договора, без технического обслуживания мы подавать газ мы можем, но только в случае отсутствия, если абонент подпишет отказную и берет он на себя ответственность, что за состоянием газового оборудования он должен отвечать сам. Но этот отказ нужно нам подписать совместно с управляющей компанией, для того, чтобы потом этот документ мы могли положить у себя в архиве. При каких-то дальнейших обстоятельствах мы всегда могли сказать, что человек взял на себя эту ответственность, и он не хочет заключать договор. Договора на год заключают сейчас? На год. Это не первый случай и не единственный, когда льдины практически обрывают газовые трубы. Такое было. Самое главное – оперативно действовать. Это ваша святая и наша святая обязанность перед жителями. Вот. Ну а касаемо газовой безопасности, коллеги, мы тут видим прекрасно, какие происходят трагедии с газовым хозяйством, поэтому, конечно же, газовикам надо быть уверенным в безопасности подключения каждого абонента к газовому хозяйству. Сансович, вы правильно сказали о том, что безопасность прежде всего, но мы снимали этот сюжет, и там был ветеран труда, он также сказал, что договор заключен на 3 года, он отдал 9000 рублей, к нему за эти 2 года не приехали ни разу проверить, даже при заключении договора. Вот и безопасность. Понятно. Делайте выводы, что называется. Павел Степанович, давайте тогда, значит, подключение по этим двум домам на сегодняшний день берем на особый контроль с каждым абонентом. Вы оперативно отрабатываете основной свой кран и совместно с нашей службой тогда подключение каждого абонента.
Есть договор трехлетний, однолетний у кого-то уже. Значит, отрабатываем и на вечер предоставляем всю информацию, что абоненты подключены или не подключены по каким-либо объективным причинам.